Друзья, всем привет и доброго времени суток. Для начала мы нарежем плитку пополам, так как укладка этой плитки будет производиться в разбежку, и мы заранее все нарежем. При полировке плитки мы делаем насечки, так как это натуральный камень, то и отпиленная сторона должна имитировать такие же грани, как и на целой. Далее прикручиваем наше приспособление. Это раздвижная гребенка 8 мм. После чего мы регулируем высоту нанесения клея. Устанавливаем перегородку, для чего нам нужно так заморачиваться. Дело в том, что это натуральный камень, и он имеет разную толщину. И чтобы выложить плитку в один уровень, нам надо соблюдать одинаковую толщину плит. Поэтому мы установили эту гребенку для нанесения клея в один размер. Независимо от толщины плит, у нас все будет одинаково. Итак, первый ряд начнем от верхней части ванны. Предварительно все выравниваем и размечаем, после чего приступаем к укладке. Контролируем плоскость и корректируем уровень лазерным нивелиром. Друзья, обратите внимание, что на обратной стороне плитки присутствует какое-то напыление. И чтобы в дальнейшем не было никаких проблем, мы это напыление вытираем влажной салфеткой. Дистанционные крестики применяем в 2 мм. Итак, ознакомимся с дизайн-проектом. И здесь у нас будет собираться необычное панно. Тщательно все вымеряем и отмечаем место, где будет укладываться панно. Первый элемент декора идет вот такой вот фриз. И он будет выкладываться по краям декора. Заготовим подрезки, соорудили вот такую вот приблуду для точной резки. За счет этой приспособы мы можем делать серийную резку плит одного размера. Тем самым мы ускоряем работу и делаем качественный рез. После того, как сделали подрезку, мы их полируем. Ну и в конце делаем вот такие вот риски для имитации камня. Thank you.
Из-за того, что плитка играет в размерах, нам пришлось сначала выложить плитку на полу, чтобы понять точные границы панно. Ну и после того, как мы все вычислили, переносим все точные размеры на стенку. Далее режем фриз. Соответственно, проверяем угольником, чтобы угол равнялся 90 градусов. Последующий фриз мы просто дублируем. И также режем. Ну, вроде все четко. Приступаем к укладке. Фриз также играет по высоте, и мы с помощью клиньев равняем все фризы по горизонту. Чтобы угол не сбился, фиксируем саморезом. С противоположной стороны повторяем все то же самое. Далее производим укладку мозаики. Также контролируем плоскость. Далее у нас идет карандаш. Размечаем углы и режем. После чего производим их укладку. Ну и дальше у нас идет все по накатанной. Самое главное – выдержать уровень и плоскость. Вот такое вот у нас получилось обрамление. По краям обрамления будет плитка. Ну а сверху мы завершим укладку тем же декором. Впереди еще очень много работ, и показать в одном ролике всю работу я не встал, так как не всякий выдержит смотреть по полчаса. Но краткое содержание всех работ я уже опубликовал, и кто хочет ознакомиться, ссылку на этот трейлер я оставлю в описании видео. А на сегодня у меня все, всем пока, спасибо за внимание.